Мы рядом. Обещай, что не убьешь его, ладно? Обещать не буду, но я постараюсь его не убить. Вперед не пройти, но в стене есть какое-то углубление. У тебя есть план? Я придумываю на ходу. Но ты спрашиваешь не о Гарме. Одина не перехитрить. Пока получалось. Уверен. Что теперь? Попробую его укротить. Укротить? Ну да. Волков я укрощал. Oh!
Ладно, я отвлеку Гарма. Заморозь его цепью топором, чтобы он не сбежал, а потом закрепи. Нет, слишком опасно. Это хороший план. Вперед! Стой! Учил тебя контролировать превращение. Один? Нет. Мы не будем делать так, как он сказал. В следующий раз будет по-моему. Хорошо. Сработало. Ты же не нарочно. Никто из нас не доверчив. Прости, это я зря. Просто я думал, получится. Потерпи, мы найдем способ. Нам надо забраться на тот уступ. Но как? Мы найдем путь. Видишь? А, почему я сам не понял? Решение не всегда бывает очевидно. Просто!
Кажется, я его слышу. Теперь сделаем по-моему. По-моему, значит... Ровно то, что ты подумал. А если как-нибудь... В наших силах предотвратить новые разрушения. И мы это сделаем. Хорошо. Разумишь, Атрей!
надоело все крушить! напасть!
Похоже, он собирается напасть! Yeah!
Похоже, он собирается напасть! Похоже, он собирается напасть!
Похоже, он собирается напасть! Сейчас!
Все кончено. Мне так жаль, что это случилось. Из-за меня он сбежал. И погиб. Иногда по-другому нельзя. Я знаю. Можем пойти домой? Атрей. Я знаю. Закрыть свое сердце. Снова запертая дверь. Закрывается. За воротами есть шестеренка. Надо как-то ее заморозить, да? Свалка! Стрелы печати тут не помогут. У тебя есть идея? Может, с помощью печати перенести лед к шестеренке? Ау! Стрелы печати тут не помогут. Что насчет противовесов? Станут мостом для льда? Ворота открыты. Пока тебя не было, я нашел Норн. Они сказали, Хеймдаль хочет убить тебя в Асгарде. Хеймдаль? Норн? Я думал, ты в это не веришь. Thank you.
ждем его. Мертвецы заполонят миры, и они рухнут. Научись усмирять свой разум. Я узнал, что мне проще в хаосе. Что еще ты узнал? Что нам лучше доверять друг другу. Слышал? Где он? Береги! Я!
Найдем его! Пошли! Ура! Думаю, он пошел сюда. Поищем другой путь наверх. Что ты сделал? Помнишь, мое заклинание дома, когда умер Фенрир? Тогда я не понял, что случайно запер его душу в своем ноже. Души очень сильны, и я подумал, душа Фенрира могла бы... изменить его суть. Да, посмотрим, что вышло. Перед тем, как на нас напала Фрейя, ты сказал, что должен меня защитить. От чего? Я видел пророчество. Ты умер. У меня на руках. Я тоже видел. В Йотунхейме. Что? Ты знал? Поэтому ты так усердно меня всему учил. Когда-нибудь тебе придется выживать без меня. Этому не бывать. Я этого не допущу. Нет. Всякий путь заканчивается. Но не наш. Только не так. Что ранен. Уже все. Честно. Фен? Это ты? Я не знал, сработает ли. Получилось! Сидеть! Как такое возможно? Это магия великанов. Я научился. В Асгарде... Асгард здесь ни при чем. Опять секреты? Нет. Обещание. Кое-кто верит, что я его сдержу. Как ты сдержал обещание маме. Вот что я могу, если ты мне веришь. Домой. Сказать остальным и решить, как быть дальше. Значит, ты добыл копье, когда норны сказали, что Хеймдаль попытается меня убить, да? Да. Хеймдаль ублюдок, но ты ведь уже не тот, что прежде. Не убийца богов. Ты не хочешь войны. Нет, но я сделаю что угодно, чтобы тебя защитить. Цветок.
Думаю, это душицвет. Может, заморозим ту шестеренку печатями? Палка. Стрелы печати тут не помогут. Стрелы печати тут не помогут. Если богиням судьбы нельзя верить, что тебе дает Бог? Если это касается тебя, я не могу рисковать. Эти руны. Поговорим с ней. Красвельгер! Гармулейса! Керку! Что осталось 6, и что нам не стоит ждать благодарности. Их вообще не должно было быть. Она права.
Мистические врата засыпало. Сейчас. Что с тобой? Становлюсь собой прежним, злобным, недоверчивым. С тобой сейчас и тогда. Я оттолкнул тебя. Без тебя я безрассуден, самонадеян, я совершаю ошибки. С чего я вообще решил, что справлюсь один? Ты был прав. Нет. За это время ты стал настоящим воином, достойным своего имени. Это я. Я был не готов. Ты не должен быть кем был, лишь потому что я не рядом. Договоримся. Я буду в мыслях обращаться к тебе, когда ты не рядом. За советом. И ты делай так же. Ладно? Я должен знать, что без меня ты будешь в порядке. Извини меня. Не извиняйся, отец. Стань лучше. Идем домой. Все, что написано, можно перечеркнуть. Помнишь? Пророчество не должно решать за нас. Тогда мы сами определим свою судьбу.
Ты хотел еще что-то сделать, прежде чем вернуться? Нет. Сперва заберем Мимира. Потом расскажешь, чему научился в Асгарде. А потом будет видно. Ты правда относишься к нему как к брату. А что, Фрея? Она теперь тоже живет с нами? Направив свой гнев на Одина, она поняла, что у нас с ней общие интересы. Ха. Я пытался убедить ее в этом, но... Когда это? А, до того, как я сказал тебе, где был ночью. Вот как. Она же меня не убила. Я и молчу.